уже не утро, правда, ближе к обеду время. Я уже проснулась, приготовила всем завтрак. Коле, маме, себе, Варю покормили. В общем, сегодня на завтрак готовила такие новобургеры. Однажды в магазине увидела, продаются такие новобургеры. В общем, это багет или батон, разрезанный пополам, и на нем что-то типа пиццы. Решила сегодня то же самое сделать. Вот таких было 4 штуки. Мы уже скушали, позавтракали. Вот то, что осталось, думаю, надо заснять, показать. Как идея на завтрак, в общем, кому интересны виды пиццы, багетов, я не знаю. Здесь у меня колбаска, сыр, помидорки, соусом все смазано. И запеченное все под сырком. 2 вида сыра, домашний и гауда. Вот, получилось очень вкусно. Вот, сейчас мы собираемся, я помыла посуду, убралась на кухне, сейчас собираемся ехать на рынок, потому что вчера обошли все магазины, ничего маме не нашли, пальто, ну, кстати, я себе тоже смотрю, в общем, мы ничего не нашли, поэтому сегодня поедем, пробежимся там, может быть, в Китай-городе что-то будет, но уже просто надежды нету, потому что в основных магазинах мы были, но еще, правда, не были в одном торговом центре, но я уверена, что там вряд ли что-то будет такое прямо по маме. Вот. Так что пойду сейчас собираться, краситься, помыла голову. Вот она у меня высохла, волосы сухие практически. Так что сейчас буду собираться и в путь в город. Здороваться будешь со всеми? Давно тебя что-то я не снимала. Сидит она у нас дома, охраняет. Покушала с утра, довольная, бегает, да? Довольная бегаешь? Ты зачем за мной ходишь? Я тебя снимаю, ты за мной ходишь. Еще и вечер у нас уже проехали. Здесь у нас речной порт. А вот здесь это у нас Китай-город. Мы уже подъезжаем. Дороги, конечно, вообще весной требуют ремонта. Здесь что-то, ну да, может быть, сегодня так надо. Закрыли один проезд. Ну, мы сейчас здесь проедем. Причем вот так вот, ох, зигзагообразно, ох. А народу-то. И смотри там, жух, резкий какой спуск. Да. Машина съезжает. Жух и спустился. Ага. Нива-то, Нива, торопится, торопится. Я, наверное, эти сегодня куплю, да? Что, купишь? Шторы? Да. Все-таки хочешь? Хотела. Наверное. Купи, ну, если хочешь. Потому что буду делать ремонт. Ух, мы тоже сюда. Ух. И повешу их. Купи. Купи все, что и хочешь. И что, он запарковался, что ли? Не знаю. Ку-ку, мы куда? Поздняя монгольская. Может, мы здесь запаркуемся и пойдем? Нет, нет, далеко? Вообще не варит никакой. Не варит никакой. А тут проезжает, по-моему, мы не проедем. Влазит, протискивается, не хочу тискаться. Мы тут это, маме, такую красоту нашли. Ну, блин, этот капюшон нам не нравится. Вот когда одеваешь, он хорошо. А когда вот снимаешь, он вообще как ребенок просто. Низ вообще классный. Комбинированное пальто такое. То есть это как курточка и такая, и ткань. Классно. Но переделывать верх, это, конечно, надо вообще тут подзапариться. А ты чем меришь? Да? Куртку? Ничего. Цвет вообще цвет классный. Хороший, да. Тебе очень идет бордовый. Да. Дешевит его. Воротник нужен, да? Стойка хорошо. Я думаю, что мы еще посмотрим что-нибудь. А стойку из чего делать-то? Такая же нужна. Или вот? Не-не-не. Пойдем еще искать. Не. Всегда вот так буду ходить. Ага, даже в солнце. Даже в жару, но... Еще один вариант, оценивайте. Вот такой теперь. Потом пользователи все посмотрят и выберут, да? Да. И мы сравним. Я думаю, будут голосовать. Но мы, я надеюсь, уже купим к тому моменту. Конечно. Ну, цвет потемнее уже, конечно. Темный, да? Ну, тебе неплохо. А вот зеркало, вот. Вот зеркало стоит у них. Вот тут. Ты что, давай ты здесь пойдешь?
Ну, оно посолиднее. Посолиднее, да. Конечно, да. Нет, то современней, а вот это солидней. Ну, нужно это, в обтяжку на 46, однозначно. Побольше 46. Надо. Да. Ну, они маломерки, видимо, у них. Мне кажется, цвет не очень любит. Да? Серый. Ну, тот по-весеннему. Этот сдержанный на все годы. Он солидный. Да. Та-да! Мы купили маме все-таки это пальто. Если кто-то голосовал за него, я рада. Потому что мы все-таки взяли его и пришли это дело объедать. Знаете, кто нас сюда привел? А, ценник не убрали. Надо убрать. Вот этот человек нас сюда притащил просто. Просто идет такой, идет. Я говорю, ты куда идешь? Ну, мне кажется, без слов было понятно. Он пришел это дело не обмывать, а объедать. Ням-ням-ням. Что за детский сад? Мы у него не проходим, да? Что не детский сад? Когда кушаешь, можно и порадовать. Ну что, рассказывай. Нам принесли говядину с рисом, с овощами, сыр тофу, среднюю остроты попросила, тоже с рисом. И рисовый хлеб. Рисовый, алисовый. Рисовый, алисовый, всем привет. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, было вкусно. Ну что, мы пошли дальше искать мне верхнюю одежду. И знаете, почему мы одеваем капюшон? Потому что та-дам! На улице пошел снег. Да еще такие хлопья, смотри, да? Хлопья вообще большие. Еще и дождь обещали у нас сегодня. Короче, такая вот красота. А, у нас пасмурно. У нас идет снег. Снежный дождь. Мы ждем маму. Она идет уже 15 минут. Идет. Главное, что идет. Она ищет себе в прихожку такие эти. Лапша она называется, спиральки такие. Шторы нитевые. Во, нитевые, нитяные, нитевые. Нитевые, нить же. Нить, нитевые, а может нитяные. Шторы, в общем, такой спиралькой, чтобы... Нет, о, тут. Вон она. Красотка в новом пальтишке бежит. Показывай с той стороны, да? А, да. Она сама поняла, сейчас она опять пересядет, скажет, ой, не туда. Нет, правильно лежит. Я хочу везде один до два, а три нету. О, я вся в снегу, смотри. Ну да. Поехали. Мы уже дома. У нас тут посылочку нам привезли из деревни. Колина тетя ездила к Колиной маме. Получается, они сестры. И привезли нам такую вот посылку. Целая вообще ячейка яиц. Я уже тут выложила. И мы попросили маечку картошечки, но как бы это маечка. Так, я попросил три морковки и одну свеклу. Да, проверяем. Баночка? Это что такое? Баночка? Баночка. Так, морковки уже 4 и свеклы 2. Ну, короче, как всегда. Считать надо научить. Да, а что за баночка? Что за баночка? Я даже не посмотрим. Это что такое? Это скотч. А, это скотч. Салатик поставили? Огурчики резанные, по-моему, в каком-то томатном, чесночном рассольчике. Короче, на работу возьмешь. Соусе. Это как? Спасибо, мы попробуем. Мы такое не пробовали. Ну, на работу можешь взять, кстати. Куда? Не знаю. Это вот надо позвонить и спросить, куда. Я только что звонил. Что, ты спросил, куда мы это будем ставить? Не спросил. Тебе ничего не сказали? Надо подтереть. Я уже потерла. Ох, потерла. Сам тогда подтирай. Короче, перед уходом я начал носить мусор. Кто-то поставил. Ты что, рассказывай? Да, да. Я поставил. Я делал сиропчик с водичкой, пинаколаду. А, показать вам какой? Да. Сиропчик он делает. Вот такой вот у нас. Мохито это. А, это мохито, а ты? Пинаколада. А, ну, конечно, даже криво стоит она после тебя. Да. Пинаколада. Еще у нас есть вишневый такой. Ну и вот. Кто-то поставил в пакет бутылку незакрытую. Да я поставила! Кто? Я! Я все разлил на пол. Еще перед уходом сказал, там надо подтереть. Вот там подтереть надо на кухне около ночи. Мама такая, что происходит? Ну, кофе реакция делай! Реакция была очень ожидаемая. Кофе делай! Хорошо. Пошел! Пошел! Молодец, ведь слушается!
А это что? Кто это не убрал? Это кто так делал кофе? Это я. А это что? Ну, я не понимаю. Ну, такое у меня, кажется, такая кофейная. Мы уже приехали в Леруа Марлен, мы тут идем к дирамочке, и я вот думаю, может быть, нам взять вот такие вот дома, поменять, потому что у нас там красная стоит, она меня уже того. В общем, я такие вот розовые нашла, и беленькие здесь есть. Да, я не знаю, может быть, уже стоит и поменять. Ой, ты какой-то большой нашел. Это большая. 15 на 20, 315, но они такие толстенькие рамочки, такие основательные. Ее можно такой просто поставить. Я не знаю, может быть, стоит. Давай вот дальше еще посмотрим. Дальше еще есть. Мне еще вот такая. Вот, блин, здесь кондиционер капает у них. Мне еще такая нравится. Не, мне не нравится под дерево, она нам не подойдет. Вот такие вот, Коля говорит. Они какие-то не сольются. У нас так много дерева там. Вот золотом. Вот мне не нравится в таких рамках то, что узенькая совсем она. Я хочу пошире. Ушки. Нет, давай пошире смотреть. Ушки. Мама, тут чего обои смотришь? Которые клеятся, да? А? Эти, как они, фотобои? Фотобои. Смотри, мне так это интересно, такие кинетика, где у нас были там песни. А вот, смотри. Классно. Да? Смотри, как интересно. О, здорово. Да? Вот это вообще для мозга будет напряг каждый раз, когда ты смотришь. А-а-а. Вот мне так и хода, чтобы они соприкоснулись. Да, они так и через один же. Да. Сначала к одному, потом два с тремя, потом три с двумя. Это вот надо кому? Такие. Вот это тебе. Вот этот рисунок для тебя. Мне нужна такая штучка. Я изведусь, мне кажется, смотря на них. Я с ума сойду. Представляешь, мне ты хочешь, чтобы они все-таки тюк-тюк. А там мне этого не будет тюк-тюк. Да, поэтому они так и надо. Кошмар, не надо. Что-то они тут очень много развели их, да? Их было мало, а стало очень много. А смотрите, сколько картин-то, рамок. Ёлки-палки. Постеров сколько много, да? Просто выставочный зал целый. Ладно, пойдем дальше смотреть. Может, уже купим какие-нибудь белые, да заклеим? Мы хотим же все-таки... Черный, мы же хотим блэк. Все-таки заклеить фартук на кухне. Раньше у нас было заклеено вот таким вот желтым. Кто смотрел нас до этого? Ну, мы очень мало снимали. В то время, да, у нас был просто желтый фартук на кухне. А сейчас мы хотим белый. Я причем хочу в виде плиточки это сделать, но мы не можем никак это искать. Ни плитку, ни пленку, вообще ничего. Короче, у нас такой дурдом там. Старая просто плитка. Вот, поэтому мы хотим ее заклеить, потому что пока не готовы новую клеить. Угу. Если только взять панели такие есть, и на жидкие гвозди просунуть, кто будет. Давай, может, сегодня уже купим. Ты же замерил? Да, снял. Ну, то, что ты замерил, это хорошо. Представляете, вот такая вот клубника красивая. О, я хочу свой участок. Смотри сюда. Вон, какая красота. А это клубника El Santa. Он еще какой-то хоней есть. Какая красота! А что такое алыча? А, алыча. На А ударение. Ну, это есть такое, да, в Башкирии, по-моему, растет, мама говорила. Что это? Или я путаю. Смотри, живика какая. Коль. Ты не хочешь посадить клубнику? Дома? Ну. А мы ему вырастим ее? А что нет? Ну, было бы прикольно. Тут один кустик. Ты главный агроном, чур. Пошли. Мы приехали уже в другой магазин, метр, успели тут буквально 10 минут. Смотрим тоже здесь плитку, мама в ванне не хочет поменять. И... ну вот да, он приятный, зелененький. Без бордюра мы смотрим, просто зеленый с белым. Либо вот такой вот сиреневый с белым. Что-то в таком, либо вот такой. Угу. В один угол, нарцисс называется. Ну, можно. Но мне вот этот нарцисс не нравится явно. Зелененьким, да, просто отделка, да, может быть. А так красиво, чисто. Ну, он такой спокойный, зеленый. Глазу приятный. Смотри, какой насыщенный зеленый. Мы уже приехали домой. Будем сейчас распаковывать продукты. А ты что делаешь? А я ставлю кусочек. Что за десочек ставишь? А, у нас тут, в общем, пакет продуктов мы купили. Знаете, что? Вот
Все, что закончилось, то и купили. Пакет дошика. Это Коля набрал. Пакет дошика. Ну, вы знаете, он на работу берет иногда. Даже, кстати, вечером я люблю вот такой куриный один съесть. Бывает такое желание. Здесь мы набрали семян. Мама купила, значит, на помидоры. Такие вот она берет, москвич. Здесь вот у нас лук-севок. Здесь у нас красный салатный лук. Здесь у нас цветочки. Давайте покажу, может кому-нибудь интересно. Тигридию мы взяли, вот такие цветы. Спараксис. И еще какие-то мы взяли. А, иксию. Вот такую вот красивую. Мама будет садить. И еще мы взяли гладиолусы разных оттенков. Гладиолусы белые, розовые вот такие. А потом вот такие фиолетовые. Опять все упало. Так, это уже пошли продукты. Два яблочка. Мама завтра поедет, поэтому яблочки есть с собой. Купили молоко, кофе пьем. Вообще молоко летит. Это чек с Леруа за семена. Вот такой длиннющный. Вот смотри, Варя, еще вот такие купили. Это у нас... А, это у нас удобрение. Удобрение Коля взял для растений домой подкармливать. Да, не я, а Коля. Нормально, да? Гладиолус красный. Вот такой. Дальше. И гладиолус желтый. Вот столько гладиолусов мы набрали. На даче будут гладиолусы. Дальше это томат какой? Томат сливка московская. Сливка? Да? А, сливка? Да. Классно. Все, лук. Я его чуть не перевернула. Вернее, перевернула. Так, я беру картошку, да? Все, да. Еще здесь кетчуп. Хайнс. Томатный. Здесь еще макароны экстра. Группа Б. Не знаю, что такое, но мне понравилась текстура. Здесь у нас рубленная треска. Это у нас, я думаю, что мазать на хлебушек икра. Это салатик. Морская капуста с сыром. Даниссимо. Раз. Сырок с ванилином. А Даниссимо какое? Со вкусом пломбира мами. Я взяла себе Данон на суперзавтрак. И Коля взял какой-то... Повторюшничался тем, что я хотела. Да, фисташковое мороженое. Еще ругал меня. Чего так долго выбираешь? Так, здесь у нас еще должен быть огурец. Сейчас будем делать салат. И мы взяли вот такой набор зелени. Здесь у нас лук, петрушка и укроп. Все, вспомнить лето, да? Все, по-моему, больше у мамы в сумке чек. Больше, по-моему, там ничего нет. Да? Да. Все, это не то. Все, вот такие вот продукты. А это что такое? Я голодный. Кошмар. Сидит за сгущенку. Ты зачем сладким? Зачем ты сладким? Иди покушай там. Колбаса, сыр, все лежит. Не поешь, пока мы варим. Бедный. Иди нарежь будем. Бедный Йорик. Нарежь мне будем. Бедный Йорик. Будем нарежь. Хватит сгущенку дуть на голодный желудок. Ары! А кто чавкает? Да, мясо. Ой, как вкусно! Мясо, салатик, дранички, рыбка, паструма. Мама в этом, в таком фартуке классном вообще. Ты какой борщ едешь? Черный, обычный, простой. Вот, вот он. Тут хорошо, вот стоит. Самый обычный. Ну ладно. Я пока там делом занималась, они тут все съели. Угу. Угу. Ну, летает. За обе щеки, видишь, как вкусно. Опять чавканье. Опять еда. Прошло уже часа два или три. Ты все чавкаешь. Говори всем пока. Угу. Пока всем. С ножом. Мы спать будем. Говори всем спокойно. Сейчас пойду еще варику погуляем. С ножа кто ест? Кто там? Ну какой-то шум, не поняла. Ну так, он спрятал. Ладно. Давай. Она, пойдем говорить? Да. Так, всем пока. Всем. Да, режу. Ужас. Ладно, всем спокойной ночи. У нас уже много-много времени. Мы пойдем ложиться спать. Ладно. Пока-пока.